Вот хотелось бы понять, что у вас. У нас какая-то, да, лихорадка немножечко сексуальная началась. Вчера Татьяна решила вдохнуть немножечко страсти в ваши отношения и исполнить, скажем так, эротический танец. Да? В белье, в каком... Вот, мам, не горю. Все мужчины страны, Леш, завидовали тебе, причем делали это стоя. Но что-то пошло не так в итоге, потому что сегодня разговоры уже по поводу того, что теперь Татьяна должна выполнять эту культмассовую программу регулярно, о том, что Алексей остывает к Татьяне, и если вдруг она уйдет с этого пути, то он остынет окончательно. Ну, это правда жизни, это же не я так придумал. Какая правда жизни? Ну, просто когда... Ну, я так понимаю, ну, я за других не могу сказать, по себе скажу. Пока есть вот это сексуальное притяжение, тогда парень...